Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Сегодня мы поговорим с вами о гороскопе на август 2020 года и поговорим о знаках зодиака, которые обретут неожиданное богатство в августе 2020 года. Конечно же, тезис «деньги не главное» имеет право на жизнь, но они необходимы для того, чтобы обеспечить человеку хотя бы какие-то базовые потребности. И каждый согласится, что финансовая стабильность – это один из основных критериев психологического комфорта в жизни. И вот уже в середине августа представители некоторых знаков зодиака смогут пополнить свой капитал. Кто же эти счастливчики, которые обретут неожиданное богатство? И первый знак зодиака, друзья, это Стрелец. Для Стрельцов наполнение их финансовых закромов придет совершенно с неожиданной стороны. К примеру, это может быть наследство, на которое представители данного зодиакального созвездия даже не рассчитывали. Это отличная возможность создать надежную финансовую подушку безопасности или купить вещь, о которой Стрельцы так давно мечтали. В любом случае, им также не нужно забывать и о своих родственниках. Не стоит игнорировать близких людей, которым необходима финансовая помощь. Все отданное вернется вам сторицей. Следующий знак зодиака, друзья, это рак. И уже скоро наступит тот час, когда раки перестанут скрупулезно рассчитывать каждую статью своего бюджета. Ведь в середине августа на их счет может поступить немалая сумма средств. И главной заботой раков станут размышления о том, как грамотно распорядиться деньгами. Разумеется, строго себя ограничивать не нужно, пришло время побаловать себя. Но часть средств лучше все же сохранить. Положить, например, на сберегательный счет или банковский депозит. Также можно попытаться инвестировать средства. Но если в этой области у вас нет знаний, уважаемые раки, то лучше за консультацией обратиться к знающему человеку, иначе есть риск ввязаться в финансовую аферу и потерять деньги. Следующий, друзья, знак зодиака – это Водолей. И для Водолеев последний месяц лета может стать наиболее удачным в 2020 году. Особенно это касается финансовой ситуации. Это даст Водолеям возможность реализовать свои давние мечты. Но мы рекомендуем тщательно планировать свою каждую трату, поскольку большинство необдуманных покупок может привести к скорому разочарованию. В целом Водолеям стоит повышать свою финансовую грамотность. Ведь по большому счету важен не только уровень дохода, но и умение правильно планировать свой бюджет. Этот навык поможет накапливать средства и создать фундамент будущего финансового благополучия. Также при необходимости мы призываем вас, уважаемые водолеи, помогать своим близким и родным людям. Друзья, вот такие вот знаки зодиака обретут неожиданное богатство. Давайте еще раз вам напомним, это Стрелец, это Рак и это Водолей. Если вы не услышали себя в этом списке, не расстраивайтесь, все еще впереди. Друзья, в обязательном порядке подписывайтесь на наш канал, если вы только пришли, ставьте лайк этому видео. Таким образом вы оплачиваете наш труд, ну а мы готовим уже для вас следующее видео.